Все реже и реже на моем жизненном пути появляются дачники, которые используют химикаты для подкормки клубники. И это меня радует. Получая такой же урожай, как при удобрении химикатами, можно использовать экологически чистые и полностью безопасные подкормки для садовой земляники. Хочу рассказать про самое лучшее из всех существующих удобрений для клубники – биогумусную подкормку, которая много лет будет помогать вам выращивать на несколько килограммов больше клубники и сделает ягоды крупными и сладкими. Итак, как сделать правильную подкормку? Берем стакан биогумуса, добавляем его в ведро воды и дополнительно добавляем ложку препарата Байкал М1. Весь раствор тщательно размешиваем и даем ему настояться в тепле в течение 24 часов. Чтобы поливать клубнику во время цветения, такой раствор нужно развести с чистой водой в пропорции 1 к 1. При этом вода не должна быть холодной, чтобы не вызвать стресс у растений. Берите отстоянную на солнце воду. Жидкость получится темной по цвету и очень питательной. Поливать клубнику нужно под корень во время цветения и после сбора урожая. Чем хороша подкормка? Она полезна, экологически чиста, и все микроэлементы для клубники находятся в доступной для растений форме. Клубника сразу же хватает все необходимое и усваивает для своих нужд. И самое главное, что таким удобрением перекормить клубнику не получится. Все элементы усвоятся и будут полезными.